такое написано к 8 марта, но я не нашла автора. Это шутка, мужские страдания. Мужские страдания. Мужские страдания. Поближе, подойди, поближе. Ну, я просто прочитаю, а вы не скажете, потому что все-таки шутка надо, чтобы была и все такое. Прощай, любимая, прощай. Я не забуду, как ты заваривала чай. Это все. Прощай, любимая, прощай. Я не забуду, как ты заваривала чай, помыв посуду. Когда, как ты готовила обед, звала на ужин. И вот тебя со мной нет, я стал не нужен. Я на любви поставлю крест, сожгу сонеты. Но как представлю, что он ест твои котлеты, как запивает коньяком салат из крабов, текут. Вот видите, уже это сама стирает слезы кулаком, что катят градом. Ты честь свою там не срами, зря не старайся. Его злодея не корми, а возвращайся. Мы снова свой наладим быт и разносоны. Ты вспомни, ведь когда я сыт, всегда веселый. Мой холодильник опустел, гора посуды. Сам побледнел и похудел, как от простуды. Тебя 2 дня со мной нет, на сердце рано. Ой, на сердце стужа. Вчера купил тебе букет и съел уже. Ну, расскажи еще это, потому что я... Вчера купил тебе букет, и что? Съел уже. Ой. Лучше вот это доучить, да? Да.